Привет, друзья! Сегодня я вам покажу способ, как быстро пожарить яйца. Этот способ будет очень хорош, когда вы проспали, когда вы опаздываете, когда вам нужно быстро поесть или вы просто не хотите ждать, пока пожарится яичница, и хотите вот прямо сейчас, вот вам край и все. Итак, зажигаем газ, как понятно. Используем растительное масло. Я его не люблю использовать, когда я просто жарю яйца обычным способом, там глазунью или делаю омлет. Я практически так никогда не делаю. Но в данном случае растительное масло подойдет лучше всего. Едем дальше. Берем яйца наши. Один. Я ем 3 обычно. 2. Максимальный огонь у нас. И 3. Этим способом пользуется мой брат. И сын тоже любит. Можете включить секундомер. Хотя, в принципе, будет видно на картинке. При желании можете сюда добавить какие-нибудь специи. Сейчас я добавлю свои. Вау! Не сильно много было. И теперь поехали. Дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин. Дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин. На сильном огне мы вот так вот прям берем. Многие называют, кто пользуется таким способом, называют это яйца-болтушка, да? Может это и болтушка. Что самое интересное при таком способе, вот это масло растительное, которое было на сковородке, оно практически все без остатка впитывается в само яйцо. И яйцо у нас получается... Все, его можно уже есть. И яйцо у нас... Я уже газ выключаю. Получается насыщенное маслом. Соответственно... Чуть берем тарелочку. Оба-на! Готово! Ну и собственно все, друзья. До новых встреч, новых видео. Пока, приятного аппетита!